60 гадоў таму, 25 студзеня 1960 году, Савецкі Саюз адмяніў сістэму прымусовых працоўных лагераў ГУЛАГ. Аднак яны працягвалі выкарыстоўвацца для палітычных вязняў і злачынцаў да 1987 году. У Беларусі ад сталінскіх рэпрэсій пацярпелі больш за 600 тысяч чалавек. Гісторыя рэпрэсаваных беларусаў з праекту «Свабоды» – картатэка Сталіна. Я думала то, что у нас никто не пострадал. По крайней мере, никто не отправился ни в ГУЛАГ, никого не расстреляли. У меня такая была мысль. Замечательно. Оказывается, я была не права. Шчарбаков Василь Карпович. Академик, доктор исторических наук. Арештованы у червені 1937 году. Расстреляны 29 червені 1938 году у Менской турме КДБ. Это был 2017 год, февраль месяц. Я была в Молодечном. На поминках своего дяди. Его жена рассказала мне о том, что в нашей семье есть репрессированный. И это родной брат моей бабушки, Щербаков Василий Карпович. Я когда залезла в Википедию и прочитала, в 1923 году он уже был ректором Института народного образования. Ему было 25 лет. Он являлся первым деканом исторического факультета БГУ. Я решила узнать, что же стало с семьей Василия Карповича. Я получила ответ, что в архивно-следственном деле нет никаких сведений о его семье. А потом убедилась в том, что они врут. Я обращалась на Лубянку, потому что Василий Карпович в сталинском расстрельном списке. Это значит, что приказ о его расстреле подписал Сталин. Калі ўначы 1937 года шакісты арыштавалі Шчарбаковых, дык паўтарагадовае дзіця пакінулі адно ў кватэры. Праз аднастворкавыя дзверы яго плач разлятаўся па ўсім пад'ездзе. Суседзі былі ў жаху, не ведалі, што рабіць. Але нехта патэлефанаваў, куды трэба, і пазабытага прыехалі. Маряков ашыбся толькі ў возрасце рэбёнка. Маргарыце Васильевне было на ту пору всего 6 месяцев. Я понимала, что ребенок попал в детдом. Я понимала, что там ей могли поменять не только фамилию, но еще и имя, а, соответственно, и судьбу. Она была в детдоме, но жену Василия Карповича отпустили. Я могу предположить, что это был отказ от мужа. И ради спасения ребенка это было сделано. Я не могу осуждать никого абсолютно. Вот. Она нашла ее в детдоме. Затем поменяла ей, естественно, фамилию. Она дала ей свою Загорская. А через год я разговаривала с этой девочкой по телефону. С Маргаритой Васильевной. Когда она мне сообщила про Валентина, это ее брат, получается, по отцу. Валентина была другая мать. Оказывается, Валентин... Во время ареста отца его не было в квартире. Я еще тогда подумала, такое описание, ребенок плачет, забрали мать и отца, а где был старший? Ведь был старший, ему было 10 лет на этот момент. Я предполагаю, что в 36-м году, когда Василия Карповича исключили из партии, он понял, что за этим последует. Он подумал, что нужно спасать семью таким способом. Валентин был отправлен к родственникам своей покойной матери. Я думаю, что в Чернигов. Я не знаю точно где. Так он спас его от детдома. Прошло столько времени, многие люди реабилитированы. Почему это скрывается? Меня не интересует, кто пытал его, фамилии эти, палачей. Зачем они мне? Я не собираюсь никого искать. Ни их детей, ни внуков, ни правнуков. У меня нет такой цели. Еще бы мне очень хотелось узнать, где же он все-таки похоронен. Бадун Герасим Иванович, селянин. Арештаваны у 1945 годе. Магчыма, за супрацовніцтва с немцами. Далейший лёс неведомы. У деда все его сыновья служили на фронте. Сам он помогал партизанам. Дом стоял недалеко от железной дороги. То есть он смотрел, когда проходят поезда вражеские, он передавал эту информацию в лес партизанам. В то время стоял немецкий полк в нашей деревне. И дед подобрал
солдата раненого. Это было очень опасно, то есть если бы узнали немцы, тогда бы, скорее всего, расстреляли всю семью. Принес домой, однако у солдата была очень серьезная рана, по-моему, в районе живота. То есть он стонал, он... вариантов на выживание практически не было. Ему делали промывание желудка, дезинфекцию, то есть где-то его жена вторая. Старались как-то ему помочь, как-то спасти, но это не удавалось. И дед тогда принял такой отчаянный, пошел на отчаянный шаг. Он решил обратиться к немецкому фельдшеру в надежде на какой-то шанс спасения. То есть он думал так, что солдата, может быть, вылечат, ну хотя бы заберут в плен, да, но он останется жив. А когда он привел фельдшера и немецких солдат, вот этого раненого нашего советского солдата, его сразу же застрелили. То есть он был безнадежен, естественно, с ним никто возиться не стал. А деда вызвали на допрос, потому что, ну как так? Вот. И его отпустили. Его сфотографировали, вот эта фотография у нас есть. То есть единственная фотография деда, которую сделали немцы, немецкие солдаты. Его отпустили, и никакого вреда семье не причинили. Когда война закончилась, буквально прошло, насколько я знаю, пару месяцев, в соседнем селе поймали за предательство двух женщин. Эти две женщины, они указали на нашего деда, сказав, что предатели не мы, а предатель дед, что якобы он сдал этого солдата. И потом деду пришел обвинительная, скажем так, бумажка, и его сказали, чтобы он явился в Полоцк по такому-то обвинению, что будет рассматривать там суд. И как мне бабушка потом рассказывала, бедный дед собрал свою котомочку, маленький узелок, пошел пешком до железнодорожной станции, сел на ближайший товарный поезд и уехал. Вот, и как бы после того о нем никто ничего не знал, а потом дошла информация, что его расстреляли. На данный момент неизвестно, где его захоронение, где его расстреляли, как вообще суд этот проходил. И я начала искать, наверное, пару лет назад. Вот, деда я не нашла, но нашла как раз вот через эту картотеку Сталина его родственников с такой же фамилией, из той же деревни, которые были осуждены еще в 1938 году за якобы шпионаж в пользу Польши. Одного звали Александр, другого Петр. Александра, у него был приговор расстрельный. У Петра приговорили к 10 годам исправительных работ. Нас очень потрясло, потому что мы про них даже не знали. А у меня тогда была еще бабушка жива. Я ей рассказала, говорю, вот у нас там у вас в деревне жил и Александр, и Петр. У бабушки хорошая память была. Она говорит, да, я их помню. Она была в то время маленькая. Она говорит, она мне так сказала, какой это Александр шпион? И он был охотник, и он зайца ловил у леса. Ну и как моя тетя говорит, что это, наверное, был самый добрый человек на земле, потому что она ходила, когда была помоложе, вот ей сейчас за 80, когда она была, ей было попроще ходить, она ездила на куропаты, его вспоминала и всегда вспоминала, что думала, что, возможно, среди этих крестов и наш дед и лежит. Еще у 90-е годы мне в руки потрапил диск CD с таблицами на 60 тысяч репрессованных. А походить эти таблицы с КДБ.
Был некий час, зараз уже некоторые не памятают, когда в Беларуси не было Лукашенко. И на несколько годов архивы КДБ стали относно открытыми. У картотеки Сталина довольно выборочно представлены, скажем, Берастейщина, Городенщина. В основном это Менщина, Витебщина, в меньшей ступени Могилевщина, в меньшей ступени Гомельщина. Остальные остаются там. Улады хавают эту информацию, потому что это информация про злочинство улады. А улада лечит себе протягом той улады, которая репрессовала. То бок это информация про злочинство и этой улады так само.